Макс, молодец! Ева, вот, возьми. Она разговаривает, Вот посмотри. О, Боже мой, посмотри, собака как тихо берет. Ева. Кацуки, посмотри, она делится. Не знает она, честно. Подожди, Аскар. У меня пока 98 на телефоне. Камил, ты там блондинка почему-то. И я блондинка. Ты тоже, да? А я лысый, прикинь. Поближе, подойди, да, шагай. Так, подожди. Ближе, дочь. Камилка сидит, ждем. Вика помогает. Нет, не надо. Да, посуши мячик. Ева. Ева, большая, сделай большая, Ева. Зарисовки скифорели стали поводом для идей о возможном существовании на Марсе разумной Ева. Жизни. Это было замышленное положение, и оно привлекло внимание многих астрономов того времени. Что делаешь там? И позднее, в 1894 году, богатого бостонца по имени Персиваль Лоуэлл настолько большая, что он выделил деньги на сооружение большого телескопа. Привет, Ева, привет, сделай привет. Ева, смотри, Ева. Привет.
Макс, пойдем бабуле помогать. Макс, пойдем бабуле. Пошли помогать. Что дальше? Давай. Thank you.